что нужно знать о коллекторах? Как служба судебных приставов следит за работой коллекторских агентств? Как действовать, если стали поступать угрозы от коллекторов? Смотрите программу «Город С» сегодня в 20:30. Гость в студии Элина Рузаева, главный специалист отдела ведения Государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области.